В Ульяновске обсудили развитие объекта культурного наследия федерального значения «Родина Ленина» в качестве достопримечательного места. Еще в сентябре глава региона Алексей Русских встретился с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. На встрече обозначили вопрос присвоения объекту статуса достопримечательного места и его включения в приказ Минкульта России. Наконец-то после этой встречи движение началось более активно, поэтому мы понимаем, что где-то до конца ноября приказ Министерством культуры Российской Федерации о включении музея-заповедника в границах территории «Достопримечательное место» должен быть подписан. На совещании губернатору рассказали о перспективах развития проекта с точки зрения благоустройства городской территории и его туристического потенциала. Мы приложили все усилия, чтобы этот уникальный объект культурного наследия федерального значения получил официальный статус «Достопримечательного места». Таким образом, он становится особым видом объектов культурного наследия со всеми вытекающими последствиями, которые помогут в деле его сохранения, а также грамотного, правильного обустройства всех территорий, которые не только входят в его состав, но и к нему прилегают. Границы достопримечательного места позволят сохранить ту позитивную историческую среду, которая сложилась на его территории. Речь идет о территории музея-заповедника «Родина Ленина», а также о части территории улиц Гончарова, Ленина, Бебеля и той территории, которая сложилась исторически вокруг мемориального центра Владимира Ильича Ленина. Это даст нам следующее. Наконец-то мы впервые в истории Ульяновской области закрепим границы исторического центра в пределах нашего города как достопримечательное место. Это будет объект культурного наследия федерального значения, который невозможно будет отменить или изменить, или как-то двояко трактовать на региональном уровне. К сожалению, пока объекты территории не являются единым правовым конгломератом, который бы поставил точку в правовом регулировании вопроса. Благодаря подписанию приказа в Министерстве культуры России этот вопрос должен решиться положительно. Это место притяжения туристов, гостей и вообще всех. Вот посмотрите, у нас ведь законы совершенно потрясающие. Вот этот закон о сохранении наших памятников очень хороший. Все конвенции на это подписаны. Любого человека, если спросить, как памятники охраняются, все скажут, что плохо. Вот. И спекуляций много на эту тему. До 2005 года заповедник был выполнял функцию, вот, собственно говоря, охраны. Присвоение статуса достопримечательного места исторической территории наложит на собственников и арендаторов помещений ряд важных ограничений. На территории достопримечательного места будет запрещено распространение наружной рекламы, то есть вообще всей, не какой-либо отдельной, расположенной в границах этой территории, за исключением рекламы, за исключением информации, которая там говорит о проведении культурных, спортивно-массовых и иных мероприятий. Сегодня необходимо сохранить главное достояние – целостность и достоверность исторической части города Ульяновска. Присвоение территории статуса достопримечательного места позволит решить эту задачу. Валентина Никонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.